Вот, целый день работаю, подтягиваю хвосты, потому что запустилась. Я люблю куда-нибудь улететь, как говорится, целиком и полностью, погрузиться в изучение каких-то новых наук, каких-то новых профессий, движений. Вот сейчас я вся в видеопроизводстве, в блогерстве, так сказать. Вот сейчас я прямо, понимаете, выставила видео, у меня вместо видео камеры iPad. Вот, использую я оси симметрии в этом экране, хотя я его использую, когда делаю фото своих моделей, клиентов, которым я делаю перманентный мейкап на лице. А вот почему-то к себе это не применяла. Я вообще к этому отнеслась очень несерьезно. Думаю, я же все-таки худею, это только нагайка для меня, чтобы контролировать себя, что я вот слово дала, девка сказала, а пацан отменить не сможет то, что сказала серьезная девчонка. Вот. Ну, как-то картинка мне не нравится самой, и я понимаю, что если мне это не нравится, то она не нравится никому. Подождите, как бы там я это ни делала, я-то прошу поддержку, значит, я должна ваш глаз радовать. Ну, вот я, как говорится, пошла изучать новое искусство. И сейчас вот я тоже использую все новые приемы, которые вот за полтора дня изучила. Вот, видите, дискотека, это я применяю освещение. Благо, я мастер перманентного макияжа, у меня студия своя, об этом тоже есть ролики, и скоро будет их достаточно много. Вот, у меня есть кольцевая лампа, вот, и сейчас я смотрю, как у меня свет попадает, да, вот тут блестит. Нет у меня еще гримера, который меня будет припудривать, поэтому будет пока так. Вот. Сегодня был манго, я даже подумала, что, блин, слава богу, не бухаю, а то решила бы, что я где-то забухала, приземлилась в Египет и забыла. Это был действительно вкусно зрелый манго. И вот на фрукточке я сегодня очень мило дожила до обеденного времени. В обед тоже поподметала, благо рыбка завалялась, уже отварная. И последние три ложки овсяной кашки. Кастрюльки помыла и уже до 4 часов оставила работу. Сегодня попала в 1001 стрим к своим друзьям, подписантам. И с каждым разом понимаю все больше и больше, что к стримам нужно готовиться. Потому что вот это было... Thank you.
замечательно, то есть не надо мне пока какого-то штатива. Кстати, у меня вот в этой кольцевой камере есть. Что такое кольцевая камера? Это вот кольцевая камера. К вам не буду ее поворачивать светом. В ней есть штатив, ну, она служит штативом, но для телефона. А для телефона, для стрим-камеры, экшн-камеры, но не для планшета. Планшет уж, он здоровый. Вот. А холодильник, его нормально магнитом, упаковка прицепилась, на магнитике висит у меня этот планшетик, и все замечательно снимает. В общем, все меня устраивает, чтобы я договорила, а то я уже как один тут у нас чел есть в стране, стал первым, так он ничего не договаривает, непонятно, начинает о здравии, заканчивает, ну, не знаю, если не за упокой, то вообще нет, ничем не заканчивает. Вот я, надо не быть на него похожей. Вот, потому что я вообще без сценария, собственно говоря. Так вот, все меня здесь устраивает, пока это будет кухня, это может быть мой кабинет, но это будет дальше, зачем говорить это сейчас, не буду. Вот, кстати, заметьте, я начала таратор. Пришло, то есть я пока советов не даю, опять же мысли закончу, учу себя заканчивать свои мысли сейчас, а не потом, пока вы эти мысли мои держите. Доела я, и пришло питание полудничать, время полудничать, а у меня нет ничего. Я тут смотрю 5 стримов одновременно, к счастью, у меня очень много техники, телефон, планшет и 3 компьютера. Ну, это в совокупности стационарные, там, ноутбуки, ноутбуки, там, и так далее. И пока я тут все везде, тут смотрю, тут не смотрю, тут звук выключила, ну, то есть ребятам всем, которые в друзьях, ролики прогоняю, потому что, ну, я их смотреть физически не могу, потому что друзей у меня уже достаточно много, я подписана на многих людей. А по каким-то там правилам, которых я еще не знаю, Ютуба, надо их пересматривать, все эти видосики, актуальности им прибавлять. Я не хочу сейчас в это вникать. У меня пока что, мне надо до Нового года себя привести в состояние 70 килограмм. И научиться делать красивую картинку, чтобы вдруг, если я пожелаю стать блогером, чтобы заявить о себе, что я вот блогер, я такая красивая, похудела, научилась все тут херячить. Мне все нравится, и вам уже нравится, и опять возвращаю себя и вас к моему полуднику. Пока я все смотрела, ничего не было, было очень долго. Вот я сейчас уже опаздываю, у меня ужин на носу должен быть, а у меня опять ничего нет. А едой полудника я не хочу ужинать. В общем, я все забросала в кастрюльку, а все это было чечевица, кабачок, грибы, луковица, морковь, в общем, одни овощи. Все, что было в холодильнике, я вкинула туда, сварила. Thank you.
готовить, не буду ни рассказывать, ни показывать. Это будет куриная печень, буквально 30 грамм. Ой, а что вдруг 30? У меня опять будет недобор. У меня была днем рыба, и больше не было ничего такого белкового. Это будет 100 грамм. Я так решила, это субпродукт. Это будет 100 грамм. Печенки, она будет на нежаренная, вернее, она будет на стейковой сковороде. Сковороде. А что вы думали? Я вообще не выговариваю. На стейковой сковороде и на яблоке, тоже на жареном, но без жира. Вы же помните, что я ничего не жарю на жиру. Это будет на раскаленной сковороде. Фоточку печенки, обещаю, будет, клянусь на пушистика. И вот на 11 минуте, 45 секунде я с вами прощаюсь до завтра. Пока. Напишите, крутой этот был, вот прощание в этом ролике крутым было. Мне показалось неплохо, но я буду делать еще лучше. Пока.